Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ. Эту аббревиатуру знают все. Но что из себя она представляет? Какие функции исполняет? Какую роль занимает в нашей жизни? Идет процесс создания нового медицинского порядка. Мы будем вырезать ненужные гены и создавать правильных людей. Да? А неправильных людей уже не будет. В 2010 году фонд Рокфеллера разработал 4 сценария развития событий в мире. Вот это и есть задача, да, трансгуманизма. Создать некие модели. Вот это будущее, оно начинается сегодня, и мы его пока проигрываем. Смотрите наше новое расследование, как ВОЗ, вмешиваясь во внутренние дела России и стран СНГ, лоббирует свои интересы. Высшая степень гуманизма, по сути, это фашизм. Вы узнаете, что такое ВОЗ на самом деле. Друзья, не пропустите, будет правда интересно.